Всем привет! С вами Мария. Мы находимся на матче ЦСКА Ростов, поэтому сегодня будет жаркая игра. Пожелайте командам удачи и пусть победит сильнейший. У меня не свободного времени, у меня ребенок. Саня Петрова! Нифига вопрос! Я увлекался женским футболом. Почему я не могу добраться? Забили. Наверное, лучший матч в сезоне. Это нежданчик. Матюкается, она матюкается. Как дела? Расскажи, как проводишь свободное время? У меня нет свободного времени, у меня ребенок. Я занят, позвоните попозже. Это мое хобби, материнство хобби. Чисто для себя, типа, можно ли завести ребенка? Сколько по времени в день это занимает? Типа, подходит мне или нет? А ты как проводишь свободное время? Я такая лежу на кровати и плачу в потолок. И плачет иногда немножечко. Машины чиню. О, это интересно. Вожу чинить, но не сама чиню. Сейчас прям хобби нет, потому что у меня сейчас учеба, у меня последний курс. Я вот физкультурный заканчиваю, так что буду тренером. С недавних пор смотреть хоккей. Музыку люблю. На гитаре учусь вот играть. Играть в CSGO. CSGO? Да, и играть в кошку. Yeah. Вы так близко. Таня Петрова! Таня Петрова! У кого в команде больше всех татуировок? Интересно, может быть, у меня? А, ну может быть, у Марины Кискалин. А сколько у тебя? Я не знаю, ну вот тут. Сложный вопрос. Посчитаем? Давай. Ну как ты это посчитаешь? Какая твоя любимая, давай? Вот это вот. Это котик, который все объясняет. Сколько? Я не знаю. 10-13. 10-13. 10, наверное. Три вещи, которые бы взяла на необитаемый остров. Телефон. Зарядное устройство для него. Не знаю, крем для загара. Телефон. Футбольный мяч. И кого-нибудь с собой, чтоб скучно не было. Нифига вопрос. Я бы с собой взяла еду. Это первое и незаменимое. Какое-нибудь оружие, наверное, чтобы защищаться. И, наверное, чтобы не замерзнуть. То, что я всегда мерзну. Много еды на весь остров. Ладно, оружие, оно понадобится, чтобы, если что, кому-нибудь убиться, что-нибудь съесть. Воду. Какой? Подушку. Пойдем, ветрозащитный костюм. Без комментариев. Понятно? Много еды. Это все сразу. Просто только еду, больше ничего не надо. Что-нибудь для розжига? Например, лупу какую-нибудь, да, там? Книжку, чтобы не отупеть, да? Она бы костер разжигала, она бы не читала. Да, честно. Кошку с собой, а это не вещь. Она будет охотиться, еду добывать, она же у тебя дикая. Точно. Все, пусть будет кошка. Здравствуйте. Что здесь происходит, можете в паре слов рассказать? Мы снимаем серию реалити-шоу для телеканала Ю. Героиня серии, девочка, которая увлекается футболом, но играет на полупрофессиональном уровне. И сегодня сбывается ее мечта выйти на поле с основным составом женской команды ЦСКА. Вы смотрели когда-нибудь женский футбол, увлекались им? Да. Я увлекался женским футболом, долгое время посвятил именно этой игре. Я смотрел, мне всегда как бы завораживала история, как женственные особы могут так брутально гонять мяч. Поэтому вот на таком сочетании, казалось бы, несочетаемого рождается вот интерес к этой игре. Всем привет! Я не первый раз на женском футболе, потому что сама играла за любительскую женскую футбольную лигу ЖКХ. Мне очень повезло здесь сегодня присутствовать на матче, потому что я являюсь ведущей телеканала Ю, нового реалити-шоу «Мечта». Я привезла свою героиню Полину, которая сделает первый удар по мячу. Если папа меня увидит, он меня убьет, он болеет за «Спартак». Папа, прости! Сегодня я болею за ЦСКА. Всем привет! Я Дарья Трубникова, и сегодня я первый раз на женском футболе. Футбольная команда ЦСКА пригласила меня как спецгость, и я вывожу девочку Полину на символический удар. Желаю победы ЦСКА, и чтобы у них все сложилось как надо. Привет, скучали? Сегодня мы вместе болеем за нашу команду. У меня все отлично, останавливаюсь. Вот скоро буду на поле, надеюсь. Поэтому ждите.
Бизя. Подходим на носочках. Забили. Сейчас анализ предложу ее игры. Молодец Глушакова у нас. Денис. Надюшка, умничка. С возвращением. Первый матч за долгое время. Какие эмоции? Ты видел? Видел, как она на первом же ударе в перекладину? Если честно, я так устала, что у меня это, слова не вяжутся в голове. Но на самом деле я вообще рада была сегодня выйти на поле. Приехала раньше всех, разминалась, мне кажется, раза три уже. Вот, и я хочу сказать спасибо Николаевичу, Вячеславу Николаевичу, который меня восстанавливал и много вложил в меня сил. Поэтому спасибо ему. И благодаря ему я вышла сегодня в старте сразу. Именно твой выход как-то повлиял на настрой команды? Ну, на самом деле видно, да, как девчонки, они были на эмоциональном, наверное, каком-то подъеме, потому что рады, наверное, были за меня, и я надеюсь, что помогла команде в результате матча сегодняшнего. Как настраивалась на матч? Было ли сложно, нервничала? На самом деле, именно прям волнение не было такого, что я там не уверена или боюсь, что я долго не играла, потому что я уже месяц тренируюсь в общей группе, и мне привычно играть и в единоборствах ходить. Ну, наверное, просто мне было тяжело сориентироваться, потому что я давно не играла, и вот это вот все-таки внимание тяжело было не терять во время матча. Пойдемте вместе. Ну прям звезда. Хотя мне рыбу надо поздравить. Какую рыбу? Рыбу. Мучился 22 тура. 22 тура я мучился. Зато я копила энергию для всех. На концовку. Ну прям светишься. Да, да. У меня, мне кажется, шары вот такие были, когда я пришла сегодня первую в раздевалку. Еще форму даже не развесили, я уже была готова. Как отметил день рождения? Всем спасибо большое за поздравления. Ценю, люблю каждого. А еще и татуху сделала. Настоящую? Нет, конечно. Самое главное достояние этого матча – это выход Смирновой Нади после такой огромной паузы. Не у каждого игрока он так проходит удачно, но в целом действительно команда преобразилась ее выходом. И сама команда отличный матч сыграла, наверное, в плане созидания и осмысленности, наверное, лучший матч в сезоне. Вот. Ну и самое главное, что наконец-таки Смирнова в строю. Если честно, конечно, выйти сразу отыграть 90 минут – это нежданчик. Я думала, мы договорились на 45. Вот, но слава богу, что я выдержала. Спасибо, что смотрите за женским футболом, болеете за нашу команду, в курсе всех событий, в курсе, что меня не было и что я вернулась. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, записывайте мой номер, который можно узнать у кого-нибудь. У Ананьки. Пишите Ананьке, она даст номер Нади Смирновой. Вот здесь вот мне написала. Спасибо, Николай! Работаю. Только начало, да? Спасибо. Я хочу поднять этот бокал за Надин выход после ее небольшой
травмы. Но очень большой для нее. Выпиваем залпом. У меня чай только. До дна, Надя. А хобби какие-то есть у тебя? Хобби? Она матюкается, она матюкается. Она получает карточки не просто так. Просто без так. Мата даже. Она просто недисциплинированный игрок, невоспитанная, хотя замужем.